Всем хобот! Все хорошо? Глухарь. Стандартная от Макарова. И, кстати, ребят, в машине есть видеорегистратор. Так это наш стрелок. Стоять, не двигаться! Я его не убивал. Ему на трассе двое пристали, а я помочь решил. Можете по камерам проверить. Камера в нашем городе одна, и ты в ней сидишь. Старший лейтенант юстиции Пашин. Твой отец что, генерал Пашин из Москвы? Да вы юноша маньяк. Две жертвы за один день. Вы же опер. Найдите настоящую убийцу. Я не опер. Фотограф местный. Фиксирую печальные моменты. Григорий, для тебя можно пыха. Пых, выручай. Я тебе даю 2 дня. Закроешь дело, твое счастье нет. Ты меня своей железкой подкупить, что ли, хочешь? Пыха не продается. А до сотни за сколько разгон? Бонзай! Вызываем огонь на себя! Смерть наступила задолго до того, как тело столкнулось с данным тарантасом. Не понял. Так трупы не летают. Так а может он падал долго? 3 часа. С орбиты летел. Значит, либо он космонавт. Офигенная версия. Усё, дело закрыто. Либо с вас сыщики, как с говна пули. Остается только Карлсон. Спирт не дам. Как у вас так получается? Как вы всегда находите верное решение? Не поверите, всегда по наитию. Всегда. Это как самогон. Никогда не знаешь, чем закончится. Ты что делаешь? Что ты дергаешься? Ты же труп! Следственный след удался! Одной зажигалкой и сразу 2 зайцев. И мое средство передвижения, и мое средство заработка. Потому что я никто, я алкаш и бабник. И пыхал, в общем. Ты крутой следак.